Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. Сегодня с Александром покажем комбинацию. Ну, она классическая, в общем, комбинация, но везде бывают нюансы. В исполнении каждого человека есть нюансы. Может, кому-то это поможет. Опять же, начинаем с передней подсечки. Да, и когда партнер реагирует следующим образом, то он уходит от подсечки от меня вот сюда. Он уходит вот сюда. С тем, чтобы потом меня подсекать левой ногой, да? Левой ногой подсекать меня, да. То есть я делаю подсечку, он ушел раз, он меня подсекает, я улетаю. Мы комбинируем переднюю подсечку. Если партнер уходит в сторону от меня, или я позволяю ему уйти, я догоняю зацепом изнутри разноименно. То есть делаю переднюю подсечку, он ушел, нога уже на месте. Руками загружаю на ножку, подвожу дальнюю ногу вот отсюда и продолжаю двигаться вперед, сбивая его грудью вот туда, убираю ножку. Передняя подсечка, зацеп изнутри разноименный. Руками движение. Тут дальше есть варианты зацепа, но это уже как бы кому как удобно. То есть если сделать движение, можно ронять вот туда, а можно ронять вот сюда. То есть как нога легла, я могу завести вот сюда. А могу вот туда затащить. Как бы его ноги раздернуть. И когда я толкаю его в грудь, он падает. Ну, такая простая связка. Всем удачи. Спасибо.